Я благодарна Господу и за диплом, и за время, которое на самом деле Он давал, и за лидера, который поддерживал и всегда укреплял, и говорил: «Все пройдем, будьте верны, верных Бог любит». Так что всех тоже приглашаю поступать в колледж, учиться, продвигаться дальше и не сдаваться, потому что всегда приходят какие-то трудности и сомнения, и всего хватает. Но наш Иисус... Он верный, Он все это прошел и показал нам этот путь. Поэтому я хочу вас тоже ободрить и прочитать стихотворение, которое Господь дал мне. «Заботы мира сего уводят нас от Бога, и смотрим мы на мир сквозь тусклое стекло. Заметно нам лишь то, что у порога, и кажется, что жить легко. А это ведь обман, и ты обманут. И жизнь прожить, не поле перейти. На ниве жизни есть ветры и туманы, и от начала до конца нам нужно их пройти. Не сможем это мы преодолеть без Бога. Пример для всех – Иисус Христос. Земная жизнь была Его не у порога. Он всюду шел и весть благую нес. Он показал пример для всех небезразличных, на нивы указал своим перстом, сказал, что эти нивы побелели, собрать их нужно и принесть в небесный дом. Он упросил Отца послать Духа Святого, который помогает, врачует израненные сердца, который обличает, очищает, защищает во славу нашего небесного Творца. Спасибо тебе, Дух Святой! Ты личность, и это с радостью я всем скажу. Ты посещаешь всех, кто тебя ищет, кто твердо нет, сказал греху. Твое присутствие ощутимо и весомо, и без тебя не стоит в бой идти. Ты в нашем сердце постоянно, и лишь с тобой готовы мы свой крест нести. Вера Кушнир, непонятный царь. Множество же народа постилали одежды свои по дороге. Другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Матфея 21:8. На ослике, на сыне подъяремной, Христос въезжает в Иерусалим. Толпа шумит в восторге неуемном, одежды ветви стелит перед ним. Так мягко стелит и кричит: «Осанна! Блажен грядущий ради Бога царь!» И сладки те слова, как Божья манна, что падала с небес пустыни в старь. «Блажен Мессия! Славный сын Давидов! Осанна вышних! Слава и хвала! О, Иерусалим! Ты видел много видов, но эта сцена всех превзошла. Изменчиво народа настроение. Сегодня слава, а на завтра прочь. Тверды сердца врагов, как те каменья. Темны глаза их, как безлунья ночь. Под праздник Пасхи к смерти присудили. За городу вели под крик: «Распни!» И там с ворами ко кресту прибили Мессию Бога, что царем их был. Не поняли и недоценили, не помнили, что жизнь он мог давать, а как стелили, мягко так стелили, да только жестко привелось спать. Посвящение гонимым за веру. Мы христиане. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Бог прошел впереди, засекая отметины, оставляя следы на дорожной пыли. Мы на зов Его тихой душой ответили, по следам и отметинам вечность пошли. Редко были в пути мы объятиями встречены, нас мочили дожди, зной полдневный сушил, а огни, что для нас были Богом засвечены, враг лукавый умышленно в злобе тушил. У надломленных скорбью мужчины и женщины, как у почвы, что все, что могла, отдала, мелкой сеткой морщины легли, словно трещины, на лице и на выпуклой форме чела. Мы никем не воспеты, никем не отмечены, нам ура не кричала в восторге толпа.
Нам награды здесь не были даже обещаны. Мудрость мира дала нам бумажный колпак. Мы ненужные, лишние здесь и отсталые. Мы идем через жизнь, как прохожий с умой. Наши лица обветрены, ноги усталые, как у странников долгой дороги домой. И никто перед нами здесь не извиняется. Нас толкают и дальше спокойно идут. Направление от этого не изменяется. Издевательство нам не меняет маршрут. Нам чужды отклонения и ответвления, но страда и беда нам роднее родных. Бог идет впереди, не грозят отвлечения. Мы с открытым презрением смотрим на них. Никому не нужны мы своими советами. В мире много так, мол, своих чудаков. Убеждения наши, как что-то отпетое. Человек, говорят, нам пошел не таков. Мы молчание свои переносим страдания. Тихий свет нас манит неземные края, где навек оправдание всем ожиданиям, где обнимутся с Богом Христовы друзья. Мы туда доберемся дорогой отмеченной, по следам, что для нас оставляет Христос. Мы спасением Его навсегда обеспечены. Ну а вы разрешили спасение вопрос?